Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня на сайте Oriflame, на официальном сайте Oriflame, ru.oriflame.com, появилось объявление о завершении программы лояльности. Ну, те, кто в курсе, они давно уже знают, что программа лояльности прекращает свое действие в четвертом каталоге. То есть наступающий четвертый каталог – это последний шанс выбрать свои подарки по программе лояльности. И вот о чем это объявление. Еще к тому же, если у вас количество баллов меньше 100, от 50 до 99, то вы можете выбрать за 99 рублей программы из следующего списка. И вот какой это список. Цветная объемная тушь калейдоскоп, два цвета, васильковый и зеленый. Это отличные продукты с очень хорошей пигментацией, яркие, то есть не зря она называется калейдоскоп. Вот такой зеленый цвет. И вот такой васильковый. И также очень ярко получаются. Также ярко он виден на ресницах. Особенно на солнечном свете или в ярком освещении. Особенно если вы еще поддержите тушь соответствующего цвета контурами для глаз. Так, также в этом списке есть другие продукты, среди которых кружка с мелком, очень такой странный аксессуар, интригующий, интересный. Хотелось бы на него посмотреть живьем. Скорее всего, я закажу кружку с мелком, потому что остальные продукты из этого списка у меня есть в наличии непосредственно. Эта кружка была выпущена к 23 февраля, шла в предыдущем каталоге и шла как мужской подарок. Далее идут салфетки, очищающие салфетки для лица Код Чистоты. И это замечательная вот такая толстая пачка с 25 влажными салфетками. Серия Pure Skin – это антибактериальная серия. И такие салфетки, по-моему, всегда пригодятся не только для тех, у кого проблемная кожа. Я взяла для себя, для гигиены, в дороге, в поезде. Но по городу ходите, все равно это не будет лишним. А скраби для тела пляжа Майами я рассказывала недавно в пустых баночках. Это замечательный аромат. Здесь вы видите изображены какие-то тропические плоды и цветки. А, насколько я помню, этот плод называется гуава. Ну, внешне нам напоминает земляничку. Для нас он больше всего похож на земляничку и цветками, и плодами. Я не знаю, какого он размера. Может быть, он живьем нисколько не напоминает. Ну, в общем, аромат очень такой бодрящий, оптимистичный, приятный, сладковатый, свежий. Также в этой программе вы увидите вот этот антивозрастной шампунь. О нем я расскажу потом, после того. А сейчас давайте посмотрим, что значит программа лояльности. Программа лояльности вы увидите на последнем шаге, на предпоследнем шаге оформления заказа до его утверждения. И вот такие продукты сейчас вы можете выбрать по программе лояльности. Подарки начинаются от 100 баллов. И вот следующий набор продуктов вы получаете за символическую плату 1 рубль. А также вы можете получить за дополнительную плату 249 рублей еще более дорогие, еще более популярные продукты. Такие, например, как мицеллярный очищающий лосьон Diamond Cellulo, продукты из серии Giordani Gold, маникюрный набор полный, консилеры в стике, матовую тональную основу The One, недавнюю новинку, матирующую компактную пудру. Так, далее идут подарки за 200 баллов.
И за дополнительную плату 249 рублей вы получаете также еще более популярные продукты. В основном это наборы продуктов. Подарки на 300 баллов – это парфюмерия, уходовая косметика, декоративная, тоже очень популярная и недешевая. Так, за 249 дополнительных вы получаете замечательную парфюмерию, так же, как и за 500 парфюмерные и уходовые продукты, и еще дороже за 249 дополнительных рублей. Вам нужно выбрать и добавить в заказ. И вот эти продукты из этого списка вы можете выбрать в четвертом каталоге. Сейчас пока эта программа не срабатывает. Ну, то есть в онлайн-заказах такой опции сейчас нету, добавить продукты из этого списка. Посмотрим, появятся ли они в воскресенье, потому что я знаю, Oriflame так работает, что завтра, в воскресенье, с 5 часов уже можно будет размещать заказы. Но вот эти настройки автоматические, когда вы одним кликом добавляете в корзинку, могут еще не работать. И также могут быть, не быть еще настроены дополнительные продукты по акциям. Ну, в общем, не работают еще пока акции. Так что давайте я вам сейчас расскажу о антивозрастном шампуне свои впечатления. Либо давайте более подробно расскажу в другом видео. Вот этот шампунь. Я желаю вам приятных покупок, красоты, здоровья, счастья, успехов, удачи во всех делах. Встретимся в следующем видео. Пока-пока. Ваша Аюна.